При внимательном рассмотрении картины высказанная Бернсом идея шляпной мастерской отпадает. Не только потому, что нигде не видно ни шляп, ни коробок для них. Здесь, скорее всего, будуар богатого дома. Слева камин с удивительно просто и потому великолепно написанным огнем. Над камином модное во второй половине 1860-х годов овальное зеркало. Оно совсем не такого рода, который использовался модистками. Между мужчиной и женщиной не зеркало, как считали те, кто вынужден был судить о картине по посредственным фотографиям, а большой портрет в массивной золоченой раме. Его присутствие, конечно, не случайно, но расшифровке не поддается. Персонаж портрета в странно высоком головном уборе загадочен. Не подается объяснению такой элемент интерьера, как дверь рядом с окном, приоткрытая в узкий коридор. Подобные детали не обязательны при создании портрета, но могут приобрести смысл, если картина заключает в себе сюжет. Композиционное решение интерьера с двумя фигурами весьма лаконично. Самые темные пятна картины – накидка дамы и сюртук мессия – сразу приковывают внимание к персонажам. Костюмы необычны для интерьера. Мужчина в цилиндре со стеком, женщина в накидке. Пара одета то ли для прогулки, то ли для какого-то визита, но они почему-то медлят. По-видимому, в результате внезапного объяснения возникает тягостная пауза, заставляющая застыть отвернувшихся друг от друга супругов. А то, что сцена происходит в будуаре, придает ей более драматический и психологически более сложный характер. Вполне вероятно, что детали интерьера исполнены значения в связи с сюжетом размолвки. Огонь – атрибут женской страсти. Пустое окно, куда уставился мужчина, легко читаем знак его безразличия. При этом именно фигура мужчины доставила художнику немалые хлопоты. Видно, что в этом месте картина подвергала существенной переработке. Краска соскабливалась и снова наносилась. Картина производит впечатление незаконченной. Однако подпись Дега свидетельствует, что он не собирался больше ничего добавить к тому, что уже сказал. Скрытая коллизия интерьера, вероятно, связана с восприятием художником проблем пола. Его отношение к женщинам было далеко не простым, нередко едким и высокомерным. В то же время нельзя считать его жена-ненавистником. Женское общество ему нравилось, но по каким-то причинам, физиологическим или психологическим, во всех взаимоотношениях с женщинами он не переступал черты, за которые наступает более глубокое сближение, и на всю жизнь остался холостяком. К тому времени, когда писались обе жанровые картины, Дега, по тогдашним представлениям, был уже не молод. Вероятно, возраст заставлял его больше, чем прежде задумываться о проблемах пола. За отсутствием каких-либо романтических иллюзий, оба основных аспекта отношений двух полов, брак и адюльтер, явно вызывали у него слишком много «но». В интерьере они трактованы достаточно негативно, едва ли не с усмешкой в одном случае и с очевидной горечью в другом. И там, и сям персонажи не общаются и разведены по сторонам. Их изолированность – знак очевидного отчуждения, то привычно обыденного, а то драматического.